Десятки килограммов корма для бездомных животных подарили муниципальному приюту для собак. К кимчанам обратился благотворительный фонд «Котодетки» с просьбой закупить еды для животных. На зов помощи отозвались сотрудники архитектурно-планировочного управления города. Мы, конечно же, откликнулись с большой отдачей, потому что этот питомник в непосредственной близости. И помогать животным всегда приятно. Важно еще привести то, в чем действительно нуждаются. То есть это корм для собак, допустим, с какими-то нарушениями желудочно-кишечного тракта, которым нужны определенные щадящие корма. По запросу питомника добровольцы привезли специализированный щадящий корм для больных собак. Таких в приюте много. Нам, конечно, нужна помощь, потому что у нас очень много больных собак. Собаки, к сожалению, как и люди, болеют, стареют. Для этого у нас в приюте есть стационар, есть бытовки для собак, и там находятся старички и больные собаки. Вот для них мы всегда просим специальный корм. Ежегодно в питомнике содержат до 600 собак. Сюда они попадают после отлова. Животных лечат, вакцинируют, затем многих собак отдают в добрые руки.